Всем привет, друзья! С вами Аргакон, и это Таргариен наш опять. И у нас тут какая-то война. Давно я к ним не заходил, не помню чё. А, это восстание всего лишь у нас, которое нам нечем подавить. И ещё отстать у нас там базируются до сих пор. Которые вроде как вернули к себе, и я правлю сыном, которому 16 лет исполнилось. У нас еще сестра их 13-летняя, так. Наездник дракона Азантиса. Азантис, кстати, долго живет, это хорошо. Он завоюет мне вольные города. А Новая Валерия разве была у нас такой большой? Да вообще насрать. Нам... Ну кто? Ребят. Старые камни. Не ожидал, что у меня тут есть кто-то непокоренный. Ну да ладно, так. Давайте разделим так. Ага, вот этих надо еще им отдать. Королевский лес штормовым землям. Вот эти вроде как штормовым землям принадлежат. Эти под моим по контролем. Так. Ну все, в принципе, давайте, блин, войско. У кого где? Север нам надо. Поднимай нам север. И топайте сюда. Во главе со мной, конечно же. Во главе кого же? Нафига ж тебе, у меня 31 навык. Отвык я что-то уже от этих, от Таргариенов. Вообще от Тагота. Так как, ну, в другие модификации игры играл. А для себя Агат уже давненько не запускал. Так, я кто тут устрашающий? Со вторым этим. Сестра 33-летняя у нас есть? Блин, ну то, что они ушли. Красный дракон, блин. А как звали этого? Блэкфайры. Он черный дракон вроде как, да? Куанда. Так, нет, он мне не нужен. Продаем ее. Не понял. А, выкуп за кого? Извиняюсь. Так. Ну? 25 монет? Давай. Давай, так. А, ты просто унаследовал от отца все. Весенние и Эйден. Они при моем дворе. Оба. Да? Это хорошо. Очень хорошо. Очень и очень хорошо. Он к тому же мой. Не, этим мне ничего не надо. Может быть помереть, но тот по навыкам не очень. Да ладно. Ты кто такой, Гард? Почему все обучаются мной? Абсолютно все дети, которых я не хочу. Молитесь за его душу. Мне насрать, в принципе, на него. Давайте просто на них пойдем. Разобьем их не войско, так будет проще в разы. Так, и что-то он у меня подвисает. Так, придворный шут. Ну, шут это хорошая штука. Давайте выберем. Вот. Тебя из Хайгарда не хочешь, да ну и не будешь. Элеминарди, ты... Я коронован? Нет. Я забыл про коронацию. Надо запрос коронации сделать. Ну давайте подаем восстание, чтобы север тоже присутствовал, как бы. И там же все чити-пути у нас пошло, поехало. Верховный адмирал. Адмирал кто? Вот. Вот они будут. Блэктайды, советник. Советник есть кто из кровных родичей? Так, апа, это есть? Нету, вообще ничего нету. Костелян, кто твой костелян? Это десница короля, да? У нас не будет десницы короля, он мне нафиг не нужен. А вот эти, пожалуй, должны догнать. Пожалуй, хотя... Я распускаю войско.
Отлично, благодарю вас. Помогли мне северяне. Просто молодцы. По-другому их не назвать. Что ж, войны закончены. Вестерос весь мой. Ну, кроме вот этой части. Да и то мне нужно будет все равно быть одичалом, чтобы создать королевство за стеной. Но, увы, этого я не смогу. Давайте запросим коронацию. Я высказал Энни свое пожелание провести коронацию в храме богов. Надеюсь, он примет мою просьбу, чтобы я начал рассылать приглашения лордам. Конечно же, он примет. Так, кто у нас кто? Заклинатель бурь. Самому преданному и набожному королю Рейгару, первому его имени. Именем богов я, Энис, благословляю ваше желание быть коронованным в великом храме богов. Как король андалов, ройнеров и первых людей, правитель семи королевств и защитник государства. Отлично, отправить приглашение всем моим вассалам. Отлично. Коронация, первый раз тебя короную. Так приятно. Леди Салея Таксан, ну... Вы серьезно, никто не хочет... Сколько уже у меня вассалов, что они все не хотят. Давайте пощелкаем. Болтоны отказались. Абсолютно все отказываются. Вот они, козлы. Ну и отстаньте тогда от меня. Так, мой заключен жалуется на его, пусть гниет в тюрьме. Лучшая часть подготовки, не буду задумываться о еде. Вот это уже неплохо, 206 тысяч. Правда, у нас всего лишь 9. Вести эмбарго против кого? Лорат против Браавоса. Ну, нет. Пусть торгуют браавосийцы у нас. Форт надо построить, естественно же. А то что-то без форта как-то не то. Хотя, блин, они... Блин, надо было согласиться. Они от меня 13 монет получили. Вот холопы. Так, а нет, деньги я не трачу. Деньги не трачу. 102 монеты. Паузу убери. Лорды королевства уже начали прибывать дракониками для торжественной церемонии. Им был предложен кров, хлеб и валантийская бледно-зеленая настойка, как почетным гостям. И до самого дня коронации будет один грандиозный пир. Приветствую всех! Как там много народу приехало. Лорды Кастомеры и лорды Волчьего леса приехали. Неплохо так. Приветствую всех. Да, всех моих вассалов прибыли лишь двое. Отлично. Эглантина Северон и Севену Утерс использовала ее участие на празднике, чтобы подать прощение в поиске справедливости. За покушение на убийство. Это против Дорна. Восемьдесят престижа потеряю. Ну, пусть выплатит компенсацию. Да, компенсацию пусть платит деньги. Запись идет. Да. Коронация король. Во имя богов, я Рейгар из дома Таргариенов, моего имени. Пред взором богов обещаю и торжественно клянусь, что буду защищать и беречь земли всеми возможными средствами при поддержке богов и согласно своим силам и способностям. Сегодня я был коронован королем Рейгаром и официально получил титул короля андалов, ройнеров и первых людей, правителя семи королевств и защитника государства. Это значительно укрепит мое правление. 100 престижа, отлично. Король на железном троне. Во имя богов, я Рейгар, так... Перед взором богов обещаю и торжественно клянусь, что буду защищать и беречь землю всеми возможными средствами при поддержке богов и согласно своим силам и способностям. Сегодня король Рейгар был коронован королем и официально... Что-то вроде подумал, что другое написано. Окей. Так, паузу ставь. Где я слово коронация? Наследие тирана. Нафиг мне уж наследие тирана, мне на него насрать. Так. Я коронованный. Сеть дорог сколько стоит? А, королевская гавань нужна, да?
Или же что-нибудь другое, утюг. Ну, можно, в принципе, отобрать у них Королевскую гавань. Завоевание успешно, но почему он... Управление еще выше должно быть. Давайте основим Королевскую гвардию. Увы, один из рыцарей Королевской гвардии умер. 7 мечей должны охранять короля. Вам нужно подобрать замену. Лучших рыцарей королевства давайте. Самый достойный. Кто из вас самый достойный? 15, 12. 16, 12. Так, теперь давайте по возрасту посмотрим. 43, 16, 22. У этого 8 навык. У этого 8. Ну, давайте. Это высокомерный, амбициозный и беспощадный. Это терпеливый, грубый. Ну, давайте вот этот вот. Ты у нас кого? Из надела Хайгардена. Хоберт. Будет королевским гвардейцем, да? Ну, а паузу уберем. Хоберт, королевский гвардейц. Леди Оша просит, чтобы вы разобрались с покушением в ее землях. Претендую на титулы. Нес умер. Так, ну, что нету, ну и ладно. Нес умер, после чего его дракон полночью в ярости летал на погруди и обустроил себе. Ну, так себе дракончик. Узаконенный бастард и близнец. Неплохо. Рабыня близнец. Странно какой-то, чувак. Ну, узаконила дочь. Стал рабыней. Ну, это твое дело, как говорится. Советник. Так, давайте Ланнистеры будут моими советниками. Они хотели власти. Вот и получится. И... А Дюрадоны станут десницей короля. Восстановить порядок в провинции. Или улучшение замка. Давайте, хотя повысить оборону тоже неплохо, но давайте. Нельзя. У нас что, максимальный замок, что ли? У нас обычный королевский замок. А у нас денег не хватит все равно. Хотя это же вроде бесплатно должно быть. Улучшение замка. Не пофиг, кто там что наследует. Нету зелененькой штуки. Повысить оборону или обзор провинции? Давайте вот это тогда. Обзор провинции делай. И я беру у вас вот эту хрень под названием удел бухты Черноводной. Ты восстанешь против меня, я знаю. Бухта Черноводной же, да? Черноводный холм нужен. Да, удел бухты Черноводной. Точно, да. Не насрать, что ты не отдашь. Я объявлю тебе войну. Отлично. Не хочешь ты красть мой титул? Свой. Они все отказались, да? Ну, неплохо, даже Трезубец поставил против меня. Значит, буду знать, кого заменять и кого нет. Я как бы наследник тирана, мне насрать. Так, этих распустим. А, Дорн даже против меня восстал. Это необычно, что ли. Вот этим давайте дадим себя. Сюда его. И сюда его. И потопали сюда сразу. Хотя зачем туда? Надо разбить вот этих, а не тут-то. И хотя пофиг, вот этих остальных. Этих пустим сюда, на утёк. Ну как на утёс? Ну, короче, к себе. Так, отличненько. Вроде меня все восстали, даже север, да? Да, единственные, кто мне остались верны, это 100. Увы, умер. Как так? Так, эффект команди... Блин, я не ту кнопку зажал. Я нажал Ctrl, хотел Shift. Так, кто из них сильный? 22, 15, 43. Отстой. Ну, вот ты подходишь. Отлично.
Нет, не так, отлично. Ты вот он получил королевского гвардейца. А почему тот не получил? Хрен его знает. За отдачу приказа. Так, ваша светлость смиренно вторгается, нарушая мир государстве. Пользу. Мне он нужен. Совет проголосовал за, молодец. Ну вот так, заебошим. Давайте. Че, не побоитесь против дракона-то выйти? Так. Молодец, закончил. Так, давайте еще одного рыцаря. 7-3, 11-3, 17-3. Ну ты старый, поэтому берем вот этого 14-летнего чувачка. Ну ты не хочешь? А, так тот тоже вроде отказался, значит. Так. А тут я смогу дракона использовать? Да, тут лес, я смогу использовать 2 июля. Да без проблем. Мы тебя порвем, бро. Не дошел он. Ну и ладно. Надеялся, что будет битва. А они не дошли. А битку надо им кинуть. Так, вот эти давайте распустим, а от этих толку нет уже. И вот эти 4000 тоже распустим. Че у нас тут по этим? Отправить дракона на осаду. Да без проблем. Отправляю. Все равно там дракарис. Зря. Зря отправил его на осаду. Зря. Очень зря, Фалти. Отстаньте приветовали. Так, давайте еще одного. 43-3. 39-3. И 15-2. Давайте тогда, ну пофиг, оставим его. Пусть он не очень персонаж, зато у него трейды хорошие. И что у него тут, боевой модификатор на 6. Хотя может Дом Варис пригласить. Так, ну да, Варисов пригласим, они согласятся. А я рассчитывал, что он согласится, ладно. Так, теперь от меня толку нету. У меня нет дракона. Это плохо, очень плохо. Ну да ладно, давайте выберем себе опять сюда. Потопали сюда. Нам вот этих разбить надо. Они единственная угроза для меня. Вот это большое войско. Но учитывая, что мы превосходим их в два раза, мы должны выбрать хранителя Востока. Ну, блин, тогда нет. Причем, а, Восток. Восток. Потом выберем вас. Вы мне сейчас нафиг не нужны. Из Востока, ребята. Так, 43, 18. Я тебя беру. Но это я просто ради интереса посмотрел. Не хочет, но он грозный воин. Я вот поэтому его и хотел взять. Так, когда у нас битва? Когда они придут? 12 августа, без проблем. Сейчас мы затащим бой. Ну, блин, не могу призвать его. В атаку отправить. Это обидно. Мы сейчас разобьем и без из них войска. Так. Кто из них лучше достоин? Так, этот гений. 37 лет, 31, 43. Давайте вот этого гения возьмем. Не хочет. Ну и ладно, так, они куда? В полночную песню. Сюда. Давайте и мы за ним пойдем. Нам нужно их разбить. Хотя, учитывая, что... Да, мы там проиграли. Вас надо распустить. Ребята, бегите. Знаете что? Хотя, да, пойдемте за ними, за всеми. Ну вот так вот пойдем. В штормовые земли. Серьезно, я тебя по ихним землям как бы хотел отправить. Иди в жопу, вот так вот пошли. Мне осталось захватить Королевскую гавань. И все. 19. Он неплохой воин был. Вот его беру. Отлично. Преклонил колено. У нас теперь трое. Флориан. Рейкар. Элич. Кто он? И Хосман. Почему Рейкар не может? А, да, пофиг.
Так. Давайте просто нашего обсуждать. Вот, мы можем пожениться. Свадьба во время восстания. Это как-то неправильно, но давайте пофиг. Чё бы нет. Удовлетворили амбицию зато. Выиграть в войне хочу. И чё, нам не дадут за это денег, за наш брак? Обидно изучу. Да, изучай подробности, ты станешь одним из лучших моих воинов. Так, 13. Тебя беру. Но ты не хочешь. Не хочешь и не надо. Не хочешь, не надо. Твои проблемы. Так. Чё, скоро мы там придем куда-нибудь. Крестьянское восстание в зачарованном лесе. Кстати, насчет леса. Ребятушки, идите сюда. Я совсем забыл про вас. То есть, идите. Во. Теперь еще одна битва будет. Так, тут у нас что, холмы. Холмы — такая вещь хорошая. Мы уже победили вроде как. Или они отступили. Ты или ты. Давайте 40-летнего лучше возьмем. Да, он согласился. Стоп, ты куда? А, они еще отступают, что ли? Нет. Или да, хрен его знает. Победил в войне, отлично. Так, и... Возвысится над людьми 6000 престижа. 6000 это много. Давайте дочь или сына. Пока что не знаю, что выбрать. Поэтому ничего не будем. Я вот не должен, ничего не буду делать. Я вот не пойму, почему я не могу выбрать когнатически. Дом Таргариен предпочитает закон. Он всегда его предпочитал. Хотя, может, вот это что-то влияет. Лорды. Да хрен его знает, вроде нет. Право первой ночи утвердить, что ли? Иностранное наследование поставить? Или рабство незаконным делом? Я без понятия, что сделал, чтобы опять начали женщины Таргариены наследовать. Они у меня наследовали раньше, сейчас нет. Кто тут-то? Давайте, 7 королевств, история. Не глянешь. Так, поэтому давайте вот так вот. Удел драконий камень, история. Вот. Рэй великолепный, хотя... А, то, что единственный ребенок в семье был. Поэтому он наследовал, ладно. Ну что ж, ладно. Да пофиг. Два раза правил про дню. А, ну в принципе тогда... Нет, но ну, все равно не то, что мне надо. Короче, у нас тут войско идет. Мы просто идем и идем. И сейчас, когда идем... Нет, можно прямо сейчас заканчивать. Да. Или когда идем. Обладеваем ему искусству. Давайте вот сюда уже дойди. Разбей их. Ваша сестра и жена Дейнерис начала нарушать правила игры, когда она играет с другими детьми. Видимо, она считает, что беда важнее, чем честная игра. Она быстро учится. Да, мы будем беспощадной парой. А вот тут я не знаю, что она получит. Давайте храбрости. Блин, опять я прозевал. Надо было честности учить, надо бы привилась к храбрости. И нет никого, кто хотел бы к нам этим. Ну ладно, хотя бы дипломатию. Так, а я... А, я бесчестный. Да и пофиг. И пофиг на то, что я бесчестный. Чё у нас там? Ужасная трагедия. Прикол. Так, ну-ка, что за интересный момент? Ваш тест, мы получили сообщение о битве в области Хайгарн. Что важно, минус лорд Эден из Серой Заставы получил тяжелый удар. Он жив, но, видимо, впал в кому и не может очнуться. Ужасная трагедия. Прикольно. Хайгарден. Молодец какой. Эден, король, преклонивший колено. А звучит что? Давайте дойдем до этой столицы, до нашей. Ну, эти наконец-то идут там. Блин, Диана Ланнистер померла. А я ее хотел... А, у нее... А это уже не Ланнистер, ну и ладно.
Нет никого для королевской гвардии. Драконий всадник отсемелый. Чувствую, она меня захватит. Ну, попытается. Вознаграждайся, не знаю кто, зачем и почему. Ну, давайте. Вот, отлично. Давайте в декабрь, в январе. Еще война. Выиграть. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видео.